Правовая система Персидской империи Ахеменидов. Так называется научный проект, реализованный командой Института международных отношений во главе с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Эдуардом Рунгом. Он посвящен выявлению особенностей функционирования правовой системы Персидской империи Ахеменидов в VI-IV веке до нашей эры. По словам Эдуарда Рунга, отправной точкой для реализации проекта стала курсовая работа первокурсницы, ныне исполнителя проекта, Алины Исаковой. В процессе совместной работы для всех сразу стало ясно, тема интересна и актуальна как никогда, ведь историческая интерпретация как древневосточных, так и античных свидетельств позволит пролить свет на правовую систему в целом. На самом деле очень нечасто курсовая работа, причем на самом таком начальном еще уровне, может стать основой для такого довольно большого проекта, который будет поддержан финансово и таким престижным грантом, как грант Российского научного фонда. Вот. Но в данном случае у нас это получилось. В ходе обсуждения были сформированы основные цели, задачи проекта, направления расписаны. Исследования базируются на соотношении божественного права и царского права возрождения и развития правовой системы в Ахеменидской империи. Выявление специфики судебной системы предпринято на основе изучения института царских судей, их роли, а также полномочий в Ахеменидской империи. Ну и, наконец, ключевое – изучение правоприменительной практики на территории персидской державы посредством характеристики известных политических судебных процессов в державе Ахеменидов. Проект, скорее, даже междисциплинарный характер носит, потому что он реализуется на стыке исторической и юридической науки. Поскольку понятно, что изучением права, конечно, занимается юридическая наука, да, но здесь речь идет об истории права, и причем рассматривается история права скорее с исторических каких-то ракурсов, да, а не с юридических. Вот в этом тоже есть такая интересная оригинальность самого проекта. Российский научный фонд поддержал данный проект и выделил финансирование для его реализации. Дальнейшая работа рассчитана на 2 года, а в конечном итоге будет предложена модель, которая сможет продемонстрировать функционирование правовой системы империи Ахеменидов. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.